Всем привет! Мы начинаем новый выходной влог. Вот так выгляжу. Шортиками даже не показать, потому что зеркала нету. Вот шортики, одела футболочку. Моя дочь разрисованная. Даже не показать вам. И едем сейчас у нас в нашем городке маленьком празднике. Наш Мика поступает. Он поступает в своем коре, поет, открывает, делает маленькое открытие. На улице жара, плюс 30 градусов, уже конец августа вообще. То в июне в куртках ходили, а сейчас осень и жарень. Вот как выглядим. Вот такая ситуация. Едем. Ну, я поснимаю, что возможно будет поснимать. Поснимаю, конечно. На велосипедах, конечно, поедем. Hey, hi, hi.
braucht, aber es ist abgeschwitzt, nicht schlimm. Das müssen wir zuerst nachschminken, okay? Du kannst bestimmt fragen, ob du planschen darfst heute. Gehen wir zu Sven, fragen.